Всем здорово, пацаны! Так, жеребьевка! Какая-то, блядь, написал. Пацаны, жеребьевка одной, наверное, четвертой. Все, кто вышел. Смотрим, пацаны. Здесь могут попасться люди, которые играли и в одной группе, и у него одной, еще просто рандомайзер. Поехали, пацаны. Первые два. Пара. Итак, первый у нас попадается. Это я. Ребят, и в сопы мне пойдет кто же? Кто же мне пойдет, сука, в сопы, блядь? Это... Сергей! Пацаны, я с Серегой сыграю в плей-офф. Ну, неплохо. Роман, Сергей, первая пара. Смотрим дальше. Дальше у нас идет про. Дальше идет про. И про у нас сыграет... Про сыграет против Делюкса. Охуенная пара. Роман, Сергей, Про против Делюкса. И это уже не совпадает, пацаны. Смотрим дальше, ребятки. И следующий у нас Григорий. Григорий. И Григорий у нас сыграет против... Крутись. Та-ра-та-та-та-та. Там Григорий сыграет против Сержа, пацаны. Ну, Григорий сосет нормальный соп. И пацаны, которые играли, по-моему, Григорий и Серж с одной группы. И Никита Бел, Умар сыграют опять, только уже на вылет. Умар, Никита Бел сыграет за выход в полуфинал. Всем удачи, ребят. Всем пока. С вами Рома Эмо, такая жеребьевочка. Сергей, сыграем завтра, потому что это очень охуенный матч. И я тебя жду, будем катать углы. И, блядь. Я Серегу, по-моему, не побеждал никогда в жизни, но, в принципе, соп для меня нормальный. Всем удачи, всем пока, с вами Ромаэн. Бля, пацаны, плей-офф был охуенен. Пока.